Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересных виброхвостиках от компании Storm. Модель называется Macon Minnow. Данный виброхвостик имеет длину 3 дюйма, что соответствует порядка 7,5 сантиметров. Поставляются в упаковочке по 7 штук. Упаковка очень качественная. На обратной стороне упаковки указаны виды монтажей, которые отлично подойдут для данной приманки. Это офсетный крючок с шарнирным закрепленным грузом чебурашки, офсетный крючок с центральной грузкой, просто офсетный крючок для поводковых оснасток, соответственно, джиголовка с жестко впаянным крючком, и, если я не ошибаюсь, тоже джиголовка с пулевидной такой огрузочкой. Внутри приманки упакованы довольно-таки надежно, очень качественно производитель их разместил, упаковал. Сама приманочка выглядит таким вот образом. Классический виброхвостик с прогонистым таким тельцем. Видно, что бока у него довольно-таки ребристые, даже детализированные жаберные крышки, но это, в принципе, все такие, скажем, нюансы специфические. На спинке приманки имеется отверстие для маскировки жала офсетного крючка, чтобы у нас приманочка хорошо проходила всевозможные препятствия. На брюшке также имеется довольно глубокое отверстие для вылета офсетного крючка, выхода из тела приманки, чтобы офсетному крючку было как можно больше, скажем так, свободы пространства, чтобы он мог как можно выше выйти из тела приманки. Приманочка очень эластичная, имеет довольно-таки живую игру, отлично подойдет для различных, в принципе, вариантов оснащения, которые как раз-таки указаны на упаковке приманочки. Данный размер отлично, кстати, подойдет для ловли окуня, некрупной щуки. И в некоторых случаях вполне подойдет, конечно же, для ловли судака. Приманка очень интересная по вполне вменяемой цене. Качество изготовления, на мой взгляд, очень отличное. С приманками от компании Storm я столкнулся в этом сезоне. И, в принципе, не только я, мои товарищи тоже пробовали различные модели. И нам приманки очень, в принципе, сильно понравились, особенно если учесть их устоимость. То есть, приманки изготовлены действительно качественно. В принципе, даже видно по самой упаковке, что все, как бы, подход довольно-таки серьезный. Так что могу порекомендовать смело данные приманки к приобретению. Приманки однозначно качественные и довольно-таки неплохо ловят хищника. Всем спасибо за просмотр. До свидания.